холод, снег и пронизывающий ветер круглый год. Примерно так многие представляют себе жизнь в столице Чукотки Анадыря. Но это не совсем верно. С мая по октябрь погода вполне укладывается в понятие весны-лета для большинства россиян. Но сегодня мы поговорим именно о зиме в Анадыре. Зима на Чукотке не самый простой период. С одной стороны, это морозы и пурга. С другой, появление зимников и улучшение транспортной доступности большинства направлений. Но давайте обратимся к фактам. Зима в Анадырь приходит в октябре. С первой пургой обычно выпадает снег, который уже не тает до весны. Полноценная весна с повсеместно исчезающим снегом приходится примерно на середину мая, но лед на лимане обычно ломается только 10-15 июня. Снег в Анадыре идет около 120-140 дней в году. В среднем на снегопады с октября и по апрель приходится 15-18 дней в месяц. В мае снег идет 9 дней, а иногда выпадает и в июне. Первый снег жители Анадыря обычно видят в сентябре. В среднем на этот месяц приходится 2 снежных дня. С ноября по март снег практически всегда сопровождается метелью, часто переходящей в пургу. Первые морозы, такое понятие в Анадыре вводить достаточно странно. В летние месяцы минусовая температура большая редкость, но уже в сентябре морозы никого не удивляют, а в октябре среднемесячная температура в районе минус 4 градусов. Средняя температура в зимние месяцы минус 20 градусов по Цельсию. Среднемесячная плюсовая температура характерна лишь для 4 месяцев в году – июня, июля, августа и сентября. Хотя в мае и было в 2010 году зафиксировано плюс 19. Толщина снежного покрова колеблется от 20 до 120 сантиметров. Ну и немножко о жизни зимой. Анадырские водители предпочитают использовать так называемую липучку. Гололед в Анадыре – явление практически эксклюзивное, в отличие от обильных снегопадов. Школьники в чукотской столице прогуливают школу на официальных основаниях достаточно часто. 5-7 раз за зиму случается достаточно сильная пурга, чтобы занятия в школе отменили. Главная проблема Анадыря – ветер. Он есть почти всегда. В комбинации с морозами и регулярными снегопадами настроение местным жителям он портит постоянно. 10-15 метров в секунду – это стабильный спутник Анадыря, который может порывами достигать 40, а то и 50 метров в секунду в пургу. Зимой ветер дует преимущественно со стороны моря.